Общение на равных и на одном языке. Возможность рассказать о своих проблемах напрямую, без посредников. Спорт для инвалидов гораздо больше, чем просто увлечение. Социализация, вовлечение в общественную жизнь таких наших земляков имеет, кроме эмоциональной составляющей, политической составляющей, еще и общечеловеческие такие принципы. Адаптивным спортом в регионе занимаются более 11,5 тысяч человек. Это 14% от общего количества людей с ограниченными возможностями. Желание есть у многих, но порой проблема просто добраться до соревнований. Также очень обидно, когда не все школы коррекционные могли бы приехать, не хватает у них транспорта. И даже курские, не все школы с автобусами, есть какая-то проблема. Финансовая поддержка спортсменов – еще одна проблема. В прошлом году куряне принесли в копилку области 70 медалей различного достоинства. Но мы рискуем терять лучших. Ни один спортсмен в течение года не получает никакой стипендии. Вот. И есть даже случаи, были случаи, когда спортсмены приходили в другой регион, выступали за другую команду. Услышанное Роман Старовойт фиксировал в блокнот. Поручение заместителям раздавал прямо на месте. С теми же автобусами ситуация в стадии разрешения. Можно использовать школьные. Будут думать насчет стипендий. Аспект для поддержки чрезвычайно важный. Но самое главное и затратное – развитие спортивной базы. Мы говорили о площадке, земельном участке рядом с СКК, рядом с рекой Сейм. Там предусматривается строительство фока с двумя чашами бассейна и со специальной площадкой спортивной, где можно было бы проводить и соревнования, в том числе областного уровня. Все необходимое для занятия спортом людей с ограниченными возможностями в новом ФОКе будет заложено изначально, как и должно быть в любом объекте такого уровня. Следить за доступностью не только будет новый советник Романа Старовойта Анна Гладилина. Свой круг обязанностей она уже определила. Хочется во всех сферах, все сферы задействовать, они все взаимосвязаны, как и доступность, и реабилитация, и спорт, и рабочие места. То есть это все сплетено в одно, и поэтому предстоит большая работа. Александр Юров, Алексей Еременко, телеканал «Сейм».